Гороскоп на 18 июня 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Во вторник Овнам, несмотря на некоторые трудности, можно добиться успеха. Однако для этого очень важно правильно оценивать свои силы. Беритесь только за то, с чем можете справиться самостоятельно. Другие люди едва ли смогут помочь вам вовремя. Будет шанс получить какую-то полезную информацию от знакомых женщин. Не исключено, что они же дадут неплохие советы. Можно строить планы на будущее, в том числе отдаленное. Могут появиться смелые, необычные идеи, которые окажутся на удивление удачными. Некоторые овны задумаются о том, как кардинально изменить свою жизнь, и найдут способ это сделать. Личный гороскоп. Этот день символизирует выбор цели, защиту принципов. Он может оказаться достаточно сложным. Не исключено, что вы будете вынуждены отменить запланированный отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Вероятно, все ваши дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами. Исключите поспешность и спонтанность в решениях. Обстоятельства и ситуация могут измениться в любой момент. Возможно, вы сможете перейти к новым делам или завязать новые знакомства, которые окажутся удачными. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Овну нужно с благодарностью принимать все, что идет к нему в руки. Удача будет на вашей стороне, если аккуратно обойдете все неприятности и преграды на пути. Тщательно отбирайте информацию, которая поможет в решении финансовых проблем. Овна могут обмануть и предать люди, которым он доверял много лет. Гороскоп «Дом» на сегодня. Личная жизнь Овна может сложиться неровно, так как вероятны частые депрессивные состояния, мнительность, ревнивые подозрения, что никогда не украшает отношений. Если вы позволите себе быть грубым, то ваш избранник не простит этого никогда. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овны сегодня страстно захотят сделать свою жизнь более яркой и динамичной. Ваша тяга к приключениям не исчезнет даже в вечерние часы, когда вторая половинка потребует от вас сопроводить ее на очередной светский прием или в гости к родственникам. Во вторник тельцам очень важно сохранять самообладание. В это время вы особенно раздражительны, можете сказать или сделать то, о чем пожалеете. Некоторые тельцы ссорятся с самыми надежными своими союзниками, могут обидеть людей, которые им особенно дороги. К счастью, вы быстро поймете, что поступили неправильно, и постараетесь исправить свои ошибки. Важно сохранять позитивный взгляд на вещи, именно это позволит быстро изменить ситуацию к лучшему. Во второй половине дня будет возможность хорошо отдохнуть, побывать на веселой вечеринке, приятно провести время. Личный гороскоп. Отдых в семье поможет избежать обид и разочарований. У вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение и богатая фантазия приведут вас к неожиданным выводам. Возможно, общение с родственниками или близкими друзьями. В доверительном разговоре с ними постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп советует Тельцу внимательно заполнять документы, иначе банальная опечатка может негативно повлиять на ход событий. Для дальнего путешествий вы морально готовы, а вот с материальной стороны будут препятствия. Тельцу нужно срочно вернуть долги, а также не ввязываться в рискованные денежные предприятия. Гороскоп «Дом» на сегодня. День пассивного отдыха. Через воду идет сильная энергетика, потому нужно принимать ванны, посещать бассейн, баню. Надо отказаться от всех важных дел. Нельзя начинать серьезное лечение. Желательно хорошенько выспаться, нельзя перенапрягаться. Путешествия неблагоприятны. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Сегодняшний день для Тельцов пройдет достаточно напряженно. Вам предстоит сделать важный выбор между желанием выспаться и хорошо отдохнуть и необходимостью помогать старшим членам семейства. Во вторник у близнецов все идет неплохо. Многих успехов сегодня удастся добиться просто благодаря умению быстро принимать решения, делать то, на что другие не отваживаются. Вы неплохо ладите с людьми, можете произвести хорошее впечатление на новых знакомых, если постараетесь. Возможны удачные деловые поездки.
вторая половина дня будет благоприятной для тех, кто учится. Будет легко найти нужную информацию или людей, которые объяснят непонятное, ответят на все вопросы. Также это время хорошо подходит для творчества. Личный гороскоп. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Хороший день для начала нового дела. Нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений могут удивить людей, даже хорошо знающих вас. Постарайтесь проявить больше выдержки и самообладания, иначе недисциплинированность и излишняя самоуверенность заведут вас в тупик. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Близнецам необходимо считаться с людьми, а также жить по букве закона. Решайте все возникающие проблемы мирным путем, чтобы избежать ударов в спину. Возможны приключения в любви и романтические свидания. У семейных близнецов появятся сложности в общении с родственниками. Вечером вам потребуется помощь в ремонте автомобиля. Гороскоп «Дом» на сегодня. Благоприятный активный отдых, занятия спортом. Если вы примете участие в соревнованиях, то можете превзойти всех соперников. Не упустите возможность проверить свои силы. В крайнем случае, вы можете интересоваться спортом в качестве зрителя. Вы получите удовольствие от спорта и испытаете выброс адреналина, переживая за какую-нибудь команду. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы рискуют собственными руками заметно испортить домашнюю атмосферу. Еще ранним утром разгорится жаркий спор с кем-то из близких родственников. Если вы не откажетесь от попыток отстоять свою правоту, этот конфликт продлится все выходные. Во вторник для рака начало дня может быть беспокойным. В это время вас окружают люди, с которыми не так-то легко поладить. Лучше действовать самостоятельно, так ваши шансы добиться успеха будут выше. Многих раков будут отвлекать от работы семейные дела и личные проблемы. Не исключено, что из-за этого не удастся вовремя завершить дела. Со временем ситуация меняется к лучшему, а вы получаете поддержку, в которой так нуждаетесь. Будет возможность обсудить с важными для вас людьми какие-то серьезные вопросы и отстоять свою точку зрения. Личный гороскоп. Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными, и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах. В кругу семьи не исключены взаимные упреки. Вы вдруг почувствуете себя одиноким человеком, но это состояние каждый переживает тогда, когда есть внутренняя потребность к самовыражению. Вечером желательно заняться любимым делом, отложив на время все накопившиеся домашние дела. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Раку необходимо спокойно принимать помощь от друзей и единомышленников. Даже если она будет минимальной и неожиданной. Гороскоп советует относиться к людям с меньшей подозрительностью и мнительностью. В личной жизни раку повезет больше, чем в профессиональной сфере. Хотя именно этот факт придаст уверенности в себе. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день символизирует зависть. Возможно, кое-кто может позавидовать тому, как легко вам достаются деньги. Сейчас не исключены как трения на этой почве с коллегами, так и недоразумения с близкими людьми. Рекомендуется заблаговременно принять меры. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам сегодня легко удастся выполнить все домашние дела и освободить себе вечерние часы для полноценного отдыха. Дружеская вечеринка или поход по гостям принесут вам много свежих впечатлений и позитивных эмоций. Во вторник у Льва день складывается удачно. Вы не тратите силы и время напрасно, сосредоточиваетесь на том, что действительно важно. Не исключены разногласия на работе, споры с коллегами. Вам удастся отстоять свою точку зрения, а развитие событий вскоре докажет, что вы были совершенно правы. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу и в деловой сфере, и в личных отношениях. Вероятно, интересные знакомства, они получат романтическое продолжение, если вы этого захотите. Вечером вас ждут какие-то важные известия, скорее всего, хорошие. Личный гороскоп. Этот день может оказаться достаточно сложным. Не исключено, что вы будете вынуждены отменить запланированные мероприятия и взвалить на себя дополнительные обязанности, исправить чужие ошибки или выступить в роли миротворца между конфликтующими сторонами.
Вероятно, все ваши дела сегодня так или иначе будут связаны с межличностными отношениями. Исключите поспешность и эмоциональность в решениях. Вы можете нажить врагов или оказаться мишенью для нападок. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Льву следует быть милосерднее и терпеливее по отношению к близким людям. Если вы перестанете замечать нюансы и проявлять заботу, то это обернется серьезным скандалом. Для поездки и свидания день мало подходит. А вот заниматься текущими делами и налаживать ситуацию с деньгами можно без опаски. Вечером Льву придется слегка поволноваться за детей. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня Львы не будут отличаться чувством долга по отношению к родным. Они склонны переоценивать степень своей независимости и свободы, склонны оправдывать собственную несостоятельность. Проведите выходной без суеты и хлопот. Если позволяют обстоятельства, отправляйтесь прогуляться. Чем меньше проявлять активности, тем меньше вероятность совершить необдуманный поступок. Любовный гороскоп на сегодня для Львов. Львам сегодня захочется продемонстрировать окружающим свое благородство. Утро этого дня вы посвятите помощи кому-то из родных, а вечером вы столь же активно приметесь за дела ближайших соседей. Во вторник день довольно неровный и напряженный. Возможны проблемы в делах, разногласия с людьми, которых вы привыкли считать союзниками. Трудно договориться о совместных действиях с партнерами, распределить обязанности, но настоящие проблемы возникают, когда разговор заходит о деньгах и общем имуществе. Но будут и приятные моменты. Чаще всего они связаны с личными отношениями. Близкие люди найдут способ порадовать вас. Также день подходит для реализации каких-то творческих замыслов, причем неважно, в какой области. Личный гороскоп. Этот день не принесет гармонии. Он связан с потерями, обманами, конфликтами. Повысится нагрузка на нервную систему, что грозит девам обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Девы могут стать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп рекомендует Деве больше внимания и времени уделить любимому человеку. Тем более, что последнее время вы с головой ушли в работу и карьеру. Отличный день для того, чтобы начать борьбу с пагубными привычками. Не стоит проводить лечение самостоятельно, даже если у Девы обычная простуда. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, путешествие, если вы рискнете его предпринять, окажется убыточным и скучным. В этот день постарайтесь ничего не предпринимать. Лучше переждать, чем рисковать собой напрасно. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам придется отказаться от своих планов на шопинг. Проблемы с кем-то из младших членов семьи поставят вас перед фактом. Все бережно отложенные финансовые средства вам предстоит потратить на устранение этих неприятностей. Во вторник у весов день беспокойный, но неплохой. Часто приходится волноваться, но это не мешает вам справляться с делами, а иногда даже вдохновляет. Будет возможность заняться каким-то интересным и перспективным делом. Некоторые весы поймут, что нашли свое призвание. Окружающие чаще обычного вмешиваются в вашу жизнь, то высказывая свое мнение, которым вы вовсе не интересовались, то делясь опытом, который никому не кажется ценным. Это раздражает, но вы стараетесь сохранять спокойствие и правильно делаете, это позволяет избежать конфликтов. Личный гороскоп. Благоприятный день для духовного роста. Рекомендуется чтение духовной литературы, посещение храма. Возрастет удачливость, интуиция. День способствует планированию и реализации задуманного. Укрепятся отношения в семье. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Все те добрые дела, которые совершат Весы, обернутся для него сторицей. Особенно, если вы поможете людям, нуждающимся и несостоятельным. Сегодня вам следует отказаться от работы на износ, иначе вы почувствуете себя неважно. К оформлению документов отнеситесь с максимальным вниманием. Весы могут узнать тайну, касающуюся любимого человека. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для расширения круга общения, долгосрочного планирования. Не сидите сложа руки. Активная интеллектуальная деятельность приведет к перспективным направлениям в интересующих вас вопросах. Любовный гороскоп на сегодня для весов.
Сегодняшний день весы посвятят поискам пищи духовной. Посещение театра, музея или семейный поход на исторический фильм действительно доставят вам огромное наслаждение и принесут массу незабываемых впечатлений. Во вторник у Скорпиона все идет неплохо, но вы недовольны. Многие события видите в мрачном свете, часто переживаете из-за пустяков. Порой кажется, что преграды, стоящие на вашем пути, непреодолимы. Это не так, но вам не хватает решимости, чтобы двигаться вперед. Неожиданно помогут и вдохновят люди, от которых вы не ждали ничего хорошего. Это один из тех дней, когда враги могут оказаться вам полезнее, чем друзья. С большой осторожностью нужно решать финансовые вопросы. Тут очень важен порядок, поэтому будьте аккуратны, обращайте внимание на детали. Не заключайте сделок, если есть хотя бы малейшее сомнение в их юридической безупречности. Личный гороскоп. Неопределенный, противоречивый день. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь интуиции, она не подведет, так как вы очень остро чувствуете все, что происходит. Избегайте выяснения отношений с начальством и старайтесь не быть кому-то обязанным. Возможно, вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Действия по графику и плану уберегут Скорпиона от физических и психических перегрузок. Научитесь спокойно ждать, тогда размеренным шагом придете к цели. Гороскоп не рекомендует Скорпиону браться за новые дела, ведь вы вряд ли сможете с ними справить в короткие сроки. Дипломатия и компромисс помогут добиться расположения понравившегося человека. Гороскоп «Дом» на сегодня. Любовь Скорпиона может носить роковой характер. Полюбив человека, Скорпион доверится ему и сам готов пожертвовать собой во имя любимого человека. Любовь бескорыстна и не требует своего, так что и вы, полюбив, не требуете в ответ полной отдачи. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионы в этот день откажутся от своей привычной бережливости. В стремлении сделать приятное второй половинке, вы рискуете заметно опустошить свой бюджет, но радость, доставленная этим сюрпризом любимому человеку, ни с чем не сравнится. Во вторник у Стрельца день напряженный и неровный. Вы то огорчаетесь, то радуетесь, настроение меняется едва ли не ежечасно. Часто подавшись необоснованному оптимизму, вы принимаете решения, о которых вскоре начинаете сожалеть. Поняв, что допустили ошибку, постарайтесь исправить ее как можно скорее, пока она не привела к серьезным последствиям. Возможно, незначительные, но досадные финансовые потери, неудачные покупки. Вы склонны проявлять легкомыслие там, где нужна серьезность. Стоит прислушаться к мнению опытных людей, чтобы не зайти в своих заблуждениях слишком далеко. Личный гороскоп. Благоприятный день для любого дела, однако звезды советуют найти компромисс между своими желаниями и возможностями. Ваше веселье, остроумие и находчивость сделают вас центром компании. Некоторая нетактичность в поведении или далеко зашедшая шутка может стать причиной недоразумения. Но конфликт будет улажен. Окружающие знают, что вы не образец дипломатичности и искренне сожалеете о допущенных промахах. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Стрельцу следует беречь душевные и физические силы. Не стоит общаться с людьми, которые нарочно черпают от вас энергию. С профессиональной точки зрения день успешный, если вы возьметесь за дела с раннего утра. Стрельцу нужно меньше обижаться на избранника. А лучше стать искренним и открытым партнером. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятны проблемы у женщин-стрельцов в их романтических связях. Возможно, предательство, измены, непорядочность в отношениях с близким окружением. Стрельцы будут находиться на грани уничтожения старых привязанностей. Будьте более внимательными к своим подругам, не упускайте из внимания действия завистников и тайных врагов. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Стрельцы сегодня будут пытаться открыть для себя что-то новое. Когда вы поймете, что дома нет никакой новизны, вы отправитесь в ресторан и закажете блюдо экзотической кухни. Однако не забывайте о том, что экзотика порой становится причиной расстройства желудка. Во вторник у Козерога начало дня удачно. Не тратьте время зря, можно многое сделать, решить важные задачи. Окружающие охотно помогают вам. Люди, которых вы когда-то поддержали,
окажут ответные услуги, которые станут очень полезными. Вторая половина дня будет более сложной. В это время возможны какие-то неприятные мелкие происшествия, досадные потери. Вы часто торопитесь с решениями, это приводит к ошибкам. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. Даже очень обаятельными и милыми, не исключено, что они попытаются вас использовать. Личный гороскоп. День отдыха, обретение новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь. Но не торопите события, все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь сознания и подсознания, потрясающая интуиция дадут правильную оценку себя и окружающих вас людей. Вероятно, возобновление старых сердечных привязанностей. Осторожность и рассудительность помогут вам избежать многих ошибок. Если у вас есть дети, возможны серьезные проблемы с их воспитанием. Излишняя строгость и сдержанность – не лучший способ восстановить мир и согласие в семье. Помните, что многие недоразумения возникают из-за отсутствия доверительности в общении. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп советует Козерогу больше заниматься делами и интересами партнера по браку, чем собственной жизнью. Если примите участие в массовом мероприятии, то значительно повысите свой авторитет. На работе возможны интриги и сплетни, поэтому Козерогу нужно больше молчать, чем говорить. К вечеру возможно недомогание и простуда. Гороскоп «Дом» на сегодня. В это время вы будете склонны находить у себя несуществующие болезни, обращаться к негодным врачам, безуспешно заниматься самолечением. Посмотрите на вещи реально. Поставить диагноз при ваших расплывчатых жалобах даже опытному врачу будет нелегко. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Сегодня козерогам не стоит с головой погружаться в азартные игры. Вы рискуете быстро переступить черту между осторожностью и жаждой легкой наживы. Если вы не примите к сведению этот совет, впоследствии вам придется с огромным трудом перекрывать брешь, образовавшуюся в своем бюджете. Во вторник водолеев ждет неплохой день. С решением многих задач вы справляетесь на удивление быстро, даже если они оказываются для вас совершенно новыми. Интуиция очень остра. Прислушиваясь к ее подсказкам, вы примете правильные решения, сможете разобраться в неоднозначной ситуации, вывести на чистую воду тайных врагов. Вероятно, получение приятных известий. Могут напомнить о себе старые знакомые, и это вас очень порадует. Вторая половина дня подходит для восстановления отношений, которые были разорваны не по вашей инициативе. Личный гороскоп. Благоприятный день для подведения итогов. Возможно, поступление финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить отношение к близкому человеку, проявив любовь и нежность, внимание к его проблемам. Романтический ужин при свечах будет кстати. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Водолей сегодня будет чувствовать себя великолепно. Ничего удивительного, ведь почти все ваши желания исполнились. Главное, не держите в себе возможности преобразить жизнь к лучшему. Финансовая ситуация настолько благоприятна, что вы позволите себе дорогие покупки. Водолею придет приятное известие по почте. Гороскоп «Дом» на сегодня. Положение планет благоприятствует бракам между людьми с большой разницей в возрасте. Вас могут привлекать люди старшего возраста, эмоционально более зрелые, надежные. Заключая брак, вы должны быть уверены в том, что ваше будущее и будущее ваших детей будет в надежных руках. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Хитрый стратегический план водолеев в этот день потерпит полное фиаско. Вы попробуете изобразить недомогание, чтобы не сопровождать вторую половинку в гости к родным, но родственники, посочувствовав вашей болезни, сами придут к вам с визитом. Во вторник у рыб день интересный и приятный. Он хорошо подходит для творчества, поиска ответов на сложные вопросы, а также каких-то необычных занятий. Будет шанс познакомиться с людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Не исключено романтическое увлечение, которое, если и не перевернет вашу жизнь, то сыграет в ней важную роль. Будет возможность совершить увлекательные поездки, побывать в местах, которые давно были вам интересны.
Удачными будут небольшие покупки, даже если вы не планировали их заранее. Личный гороскоп. Активный, напряженный день. Сегодня от вас потребуется повышенная работоспособность. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют фантазии и творческого подхода. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не следует ничего бояться, так как благодаря способности к адаптации вы будете в состоянии все преодолеть. В семье возможно полное взаимопонимание и душевная теплота, что принесет уверенность в своих силах. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Рыбам нужно рассчитать все до минуты, чтобы даже к вечеру оставаться полными сил и энергии. Многие планы осуществятся без вашего непосредственного участия. Если у вас есть грандиозные идеи по поводу путешествия, то пока не говорите их избраннику. Гороскоп рекомендует рыбам быть осмотрительными в общении с незнакомыми людьми. Возможно, кража на улице или в транспорте. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для хозяйственных покупок, обновления интерьера. Выберите стройматериалы для ремонта квартиры, купите новую аудиосистему, бытовую технику. Можете планировать покупку недвижимости. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы в этот день почувствуют себя настоящими победителями. Человек, к которому вы давно испытывали интерес, сам сделает шаг к сближению. Если вы продемонстрируете ему свои лучшие черты, эта связь действительно может перерасти в главный роман вашей жизни. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам настроения и до новых встреч!